Иллюминат сделал все апгрейды еще до того, как он построил свой первый аутпост. Это просто ахтунг какой-то. А зачем ему апгрейды, если он не умеет играть эти юниты? Играл бы одними арбалетами. Ушел на домашний остров, а теперь идет обратно. В чем смысл этого? Для меня остается загадкой. Может быть, какой-то хитрый маневр? Да.